Прошло очередное заседание Координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию. В ходе совещания были рассмотрены 9 проектов, планируемые к реализации в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и заявленные на субсидирование кредита по первому направлению программы «Поддержка бизнес-инициатив». На Координационном совете был рассмотрен вопрос финансирования строительства производственной инфраструктуры по проектам ТУО «Вторпром», производства крупного литья для грузовых железнодорожных вагонов, также ТУО «Карагандинский машиностроительный завод» имени Пархоменко. Кроме того, особое внимание уделяли на проекты международной автомобильной перевозки грузов ТУО «Арсимитал», также строительство завода энергетического машиностроения корпорации «Казэнергомаш». В ходе заседания сотрудники «Казэнергомаш» представили доклад. Наше предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, не имеющего аналогов в республике и позволяющим решать самые сложные задачи, начиная от проектирования до изготовления деталей пароходов и произведения грёз всех типов капот. По итогам заседания Бельгазы Кузаинов поручил Управлению предпринимательства и промышленности направить список одобренных проектов в Фонд развития предпринимательства ДАМУ и банки второго уровня для заключения договоров субсидирования. Мирам Гуцалкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.